ученики! Физкульт, привет! Это уже полюбившаяся вам рубрика «Вопрос-ответ». В прошлый раз мы поговорили с вами о расширении талии, о том, как совмещать бассейн и тренировки, можно ли совмещать сауну и тренировки. А сегодня поговорим о том, как убрать живот. Друзья, если вы видите, что у вас выпирает живот, если вы прощупываете его и при этом находите, что жировая прослойка не такая уж и большая, то вопрос в первую очередь, конечно же, в диафрагме. Не знаю, как вас, но меня мама с детства учила втягивать живот, держать его в себе. Это как бы эстетика, красота нашего европейского мира. Почему я говорю европейского? Потому что в буддизме, в даосизме дышать необходимо животом, нельзя его втягивать. Поэтому вы видите на многих гравюрах восточных единоборств, других картин, вы можете увидеть, что люди, мужчины с довольно таким внушительным животиком. При этом у них, конечно же, нет жира. Именно потому, что они дышат диафрагмой. Вдыхая, опуская воздух через грудь, в живот, раздувая живот и также в обратном порядке. Но нас с вами это не устраивает. Мы хотим, чтобы живота у нас не было. Поэтому всегда необходимо держать живот втянутым. Что это помогает? Для этого необходимо делать упражнение в вакуум. Как его делать, вы можете найти на моем канале. Это одно из самых популярных и часто просматриваемых видео. Кстати, сам Арнольд и все атлеты его эры, его эпохи выполняли эти упражнения. И именно поэтому ихние животы и талия были маленькие. Действительно, если у вас проблема с тем, что живот просто выпирает из-за диафрагмы, вакуум поможет вам как ничто другое. Если же ваш живот выпирает еще и потому, что на нем много жира, то нужно меньше жрать. Не нужно искать волшебных таблеток, друзья. Необходимо просто грамотно питаться. Если вы будете есть каждые 3 часа по чуть-чуть, то ваш организм не будет накапливать жиры. Об этом тоже у меня есть огромное количество статей и видеоуроков. Настоятельно советую с ними ознакомиться. И 2 самые важные из них – это похудение от А до Я и статья «Инсулин». Все эти статьи и многие другие вы найдете на моем сайте hmgym.ru. Настоятельно советую, рекомендую, настаиваю, чтобы вы изучили их. Не забывайте писать вопросы, возникшие в комментариях. Я на все отвечаю обязательно. Также можете присылать вопросы в ВКонтакт или оставлять на сайте или в моем Инстаграм. Надеюсь, вы поняли, что живот – это только ваш образ жизни и в первую очередь касается он именно питания. Хотите иметь хороший, красивый пресс – грамотно питайтесь. Но не забывайте, что и для мужчин, и для женщин существует определенный процент, уровень, ниже которого опускаться просто нельзя, для того, чтобы сохранять свое здоровье. Особенно это касается девушек. Не пропустите! В следующий раз я отвечу на вопросы, часто задаваемые мне вами в комментариях, в группе ВКонтакте, на сайте моем, в Инстаграме. И следующие темы, которые мы с вами затронем, это мы обсудим вопросы касаемо суперсетов, как оценить программу ту или иную тренинга, подойдет ли она вам именно как натурально тренирующемуся атлету. Это очень важный момент. Также затронем миф, несмотря на то, что у меня уже есть статьи и видео об этом, о типах телосложения, эктоморф, эндоморф, мезоморф. Не пропустите, думайте всегда головой, правильно питайтесь, грамотно тренируйтесь, адекватно восстанавливайтесь. Будет вам тогда сила, масса и здоровье. Увидимся в следующий раз.